Вот, сыну Алексею нравится дорожников работа. Водитель каждый в этой их колонии. Идет много снега с проезжей части полным ходом. Впереди нас колонны из пяти автомобилей. Майнер четко знает свой. И хотя пословица, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Понятно, никогда не будет ни для одного в мире обормота. Ее напоминание всем в клипах с людей невежества продолжать вести я буду бой. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет. Так обещает потепление. Интересно, будет ли сопровождаться снегопадами?